12 февраля – день, когда возможности и препятствия идут бок о бок, создавая уникальную динамику. Всем знакам зодиака стоит быть готовыми к встрече как с вдохновением, так и с трудностями. Овны, в любой компании на вас будут обращать пристальное внимание, поэтому будьте в хорошем настроении, используйте свой шарм и чувство юмора. Вероятно, встреча с полезными и влиятельными людьми. Интересные идеи, которые вас посещают, надо запомнить, они могут быть финансово выгодными. Тельцы, постарайтесь меньше витать в облаках и заниматься насущными задачами, которых накопилось немало. Не бойтесь начать какое-то сложное дело. Энергия ваша на высоком уровне, поэтому многое вам под силу. Ожидается важная личная встреча, которая повлияет на ваше будущее. Близнецы, вам не следует поступать интуитивно. Быстро принятое решение может быть неверным и негативно отразиться на карьере. Однако кто-то может подсказать вам прекрасную идею, которую нужно запомнить. Также не бойтесь сложной или ответственной работы. Удача 13 февраля на вашей стороне. Раки, новый день принесет вам много важных новостей. Также готовьтесь встречаться и знакомиться с нужными людьми. Некоторые из них натолкнут вас на прекрасную идею, которую позже можно будет успешно реализовать. Избегайте спешки, делайте все осмысленно и аккуратно. Вы все успеете. Львы, вам стоит уменьшить свою активность и немного притормозить. Если вы будете продвигаться вперед осторожно, обдуманно принимая решения, то избежите многих неприятных ситуаций. Запоминайте интересные идеи, позже их можно развить и воплотить в многообещающий проект. Девы, есть вероятность совершить ошибку, если быстро и импульсивно принимать решение или давать ответ. Делайте все медленно, в комфортном для вас ритме. Вы получите много интересных новостей, которые следует спокойно и взвешенно оценить. Подходящее время для обдумывания стратегии. Весы, вас ждет удачный день. Многие сложные дела будут решены или сдвинуты с мертвой точки. В личных отношениях полезно проявлять инициативу, рассказать о своих чувствах. Лучше отложить рутинные дела на другое время и заняться чем-то действительно важным. Скорпионы, у вас впереди день плодотворный и напряженный. Вам нужно закончить много дел и вопросов, которые больше не могут ждать. Не забывайте делать перерывы, переключать свое внимание. В противном случае ваша работоспособность быстро иссякнет. Стрельцы, старайтесь быть на виду у начальства, участвовать в дискуссиях и обсуждениях. Проявляйте инициативу. Активная позиция поможет выделиться среди коллег и получить повышение или поощрение начальства. Не бойтесь начинать сложные энергозатратные проекты. Удачи на вашей стороне. Козероги, не стесняйтесь рассказывать окружающим о своих успехах или интересных идеях. Так вы привлечете к себе внимание, познакомитесь с нужными и влиятельными людьми. Прислушивайтесь к советам. 13 февраля они вам пригодятся. Сложные задачи лучше перенести на другой день. Водолеи, звезды советуют вам 13 февраля быть предельно честными, не пытаться манипулировать окружающими. Вам будет проще добиться желаемого, если откровенно рассказать о своих затруднениях или потребностях. Возможно, получение очень важных новостей, однако информацию проверяйте. Рыбы, ваш новый день напряженный и загруженный, придется заниматься решением нескольких вопросов одновременно, контролировать все процессы. И стандартный подход к проблемам поможет найти более короткий путь их решения. Рассказывайте о своих планах или идеях, ищите единомышленников. Всем знакам зодиака 13 февраля следует избегать гонки за материальными благами. Они могут отвлечь от духовного развития и внутреннего спокойствия. Звезды знают, что говорят.